Исәнсез, кадерле тамашачылар, бүген мин сезгә авыр немец теле турында сөйләргә телим. И сегодня Камила сдала тест DAF. Да. Точнее, сдали мы уже сколько недель назад? Шесть недель назад мы были в Мюнстере, сдавали там тест. Этот тест проводится, можете его сдать локально, в той стране, в которой вы сейчас находитесь, в России, соответственно, в Украине и так далее. Там как нужно найти, как можно находить? На сайте. Официальный тест DAF есть сайт. Через сайт все делается. Ссылочку мы, возможно, оставим в комментариях, если не забудем. И по поводу того, как вообще это все проводится, если коротко, вот эти шаги, какие там есть? Получается, там 4 части. Разговорная, нет, разговорная последняя, а чтение, письменная часть, аудирование и разговорная. И сколько весь тест длится? Тоже есть разные данные. К чему нужно быть готовиться? К чему готовиться? Ну, во-первых, тому, что будет ждать нужно будет долго. Мне если пришлось вас... почти весь день ждать. Пропустил университет из меня за экзамен. Я когда сдавала в Казани, там у нас было очень мало человек, и мы, соответственно, в одной аудитории сразу разговорную часть сдавали. А в Мюнстере было у нас 45 человек. И поэтому нас разделили на небольшие группы, и мы все, получается... Я была в последней группе. Я сдавала. Окей. Я ждала 2 часа разговорную часть. 2 часа, да, Камила просто сидела. Поэтому вот к этому стоит готовиться. Там на официальном сайте, может, написано все что угодно. Чего не написано, это сколько человек принимает в итоге тест, и сколько участников в итоге, как они будут распределены и прочее. В итоге вы можете целый день на это употребить. И... Но в России в основном все делается быстро. Мало участников. Поменьше групп. Каких национальностей здесь в основном сдает по твоей информированности через интернет и по опыту? Ну, в Мюнстере, да. В моей языковой школе, в которой я сдавала, это были турки, арабы и китайцы. Китайцев, по-моему, много, да, в последнее время стало? У нас было больше турков. А, окей. Не где-то китайцы больше, да? Да, традиционно, в принципе, для Германии турки очень большую часть населения составляют из приезжих, скажем так. Русские была одна пара, получается, и я. Все. Окей. Русские едут, да, сейчас точные данные показывал эксклюзивно наш профессор. Я запамятовал, но, по-моему, там несколько десятков тысяч точно было. И как, в принципе, вот ты сейчас сдала? Что вообще это значит? Какие там системы оценок? Чтобы поступить в университет. Но его в основном сдают, чтобы поступить в университет Германии. То есть вуз какой-нибудь. Либо Ausbildung – это профессиональное образование. Ну да. Можно сказать, не колледж, но... Чуть выше колледжа, не знаю, как сказать, да. Непосредственно связанный с профессией. И нужно набрать все 4. За все части 4. Для Ausbildung все 4 нужны? Да. Okay. И для учебы тоже. Для университета все 4. Это как бы необходимый минимум. С тройками уже... С тройками можно договориться с одной. С одной, наверное, большими, максимум, да? С большими университетами, но с... Как бы... Можно только поступить в колледж... перед университетом для приезжих, студент-коллег, стройками туда. Да, в общем, если баллов будет недостаточно, придется еще больше тратить времени и денег на этот колледж. Он один год, по-моему, занимает и стоит по 700. Он бесплатный, но в нашей земле он платный. А, только в нашей, окей. Потому что их закрыли. Северный Норд-Райн-Вестфалия, получается, здесь платный, да? А во всех других землях вроде как бесплатно. Ну окей, этот вопрос решили. Ты в итоге как сдала? Как можно было лучше? Определенно, или глупый вопрос? Конечно, можно было, да. У меня получается 3 четверки и 1 пятерка за разговорную часть, 5. Пятерка, все 5, но получается это высший балл. Да, окей. Тройка самый низкий, ниже 3 ты уже не сдал. Ну то есть все. Тебе пишут, что не сдал. Это все 5, это, по-моему, выше, чем С1. Это же ближе к... А что такое С1?
Ну, свободное владение. Свободное владение. Это... ЦДА – это как получается, как на русском. Это те, кто германистику изучает, если по-немецки, да. А С2 на русском, ну, это было бы те люди, которые там, не знаю, вещают на каких-то каналах культуры и в русском языке. Ну, как... не у всех немцев даже С2. Да, 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 это я хотел тоже упомянуть. В любом случае, Камила, расскажи, в принципе, в качестве мотивации, за какой срок можно... Ты в итоге, у тебя B2, да, сейчас? Чуть выше, чем B2. Чуть выше, чем B2. Mm-hmm. За какой срок возможно такое достичь? За год. За год запросто, или? Некоторые люди даже на C1 сдают за год. То есть... Все будет зависеть от вашего времени. Да. Но ты бы что сказала, если бы ты 8 часов работала каждую неделю, угу. На, скажем, в России, угу. На русском постоянно все, и вечером, скажем, имела возможность обучаться, тогда бы легко или возможно, на твой взгляд, было бы за год это сделать? Не думаю. Просто unreal, или? Да. И больше impossible. Да, у меня была такая ситуация, что я, в принципе, университет в России бросила. И у меня было много свободного времени, и я, естественно, все посвящала немецкому языку. То есть я занималась целый день, но у меня было время на это. То есть, вот. Чтобы в итоге это видео подвести к типичному контенту данного канала, велоспорту, я бы сказал, что велоспорт абсолютно то же самое. Если ты не инвестируешь время, скажем, или не можешь инвестировать, например, я с удовольствием бы катался больше, но у меня есть работа, у меня есть учеба, у меня есть YouTube еще где-то там, и еще где-то вот этот велоспорт. Что я на выходе получаю? Ну, свои скромные, сколько там, FTP 210, 215 ватт актуально. И да, что инвестирую, то и получаю, на самом деле. Не стоит ожидать тут каких-то чудес, в том числе по языковым способностям. Если ты по 2 часа, там, не знаю, смотришь ютубчик по-немецки, типа детские каналы или еще что-то, детский, и думаешь, вот, я сегодня час смотрел немецкие видео, то нет, без шансов, нужно гораздо больше инвестировать в какой-то момент чисто время. Способности и прочее... Это все круто, но здесь именно время решает. То есть можно как хочешь быть, каким хочешь талантливым быть в том же велоспорте, в спорте в принципе и прочее. Но если ты просто времени не инвестируешь достаточно, ничего на выходе не получится. И да, какие у тебя планы? Может, коротко, инсайт сейчас? В университет. В университет хочешь поступать? Mm-hmm. Да. Окей, не этот не Ausbildung, университет. Университет, да. Окей. Это, в принципе, было все на сегодня. Если у вас остались, обязательно, я думаю, остались вопросы по тест-даф и по тому, как в Германию люди попадают и прочее, вы можете задать эти вопросы в комментариях, в том числе подписывайтесь на Instagram Камилы, Вегенмелия, да. Я вот здесь напишу. Угу. Там, в том числе, как ты в комментариях, наверное, больше общаешься, чем в личке, или? В Инстаграме? Да. И там, и там. И там, и там. Угу. Окей, у Камилы... Если какие-то вопросы по экзамену, да. Могу подробнее рассказать про него. Да, кто серьезно интересуется, опять-таки, русскоязычных или там из Украины, назовем просто эту группу заинтересованных не так много, поэтому времени у Камилы будет немножко больше в личке. Опять-таки, у меня бы было тоже этого времени гораздо больше, бесплатно давать всякие консультации и прочее на ВКонтакте, но в какой-то момент запросов было гораздо больше, чем моего времени. Окей, огромное спасибо. Да-да.